Палата предпринимателей Атамекена от имени бизнес-сообщества Казахстана выражает благодарность первому президенту страны за постоянную поддержку. Благодаря инициативе Нурсултана Назарбаева в Казахстане создана Национальная палата предпринимателей Атамекен, чтобы отечественный бизнес в условиях поддержки смог консолидироваться, развиваться и достойно конкурировать на мировых рынках. Закон о деятельности Национальной палаты был подписан в декабре 2014 года. За эти 5 лет Казахстан в рейтинге Doing Business поднялся на 49 строчек, с 77 места до 28. Тысячи людей открыли свое собственное дело, чтобы обеспечивать себя и свои семьи. На сегодняшний день в стране насчитывается более 1 миллиона предпринимателей. Мы, предприниматели Казахстана, убеждены, что страна будет развиваться по заданному вами курсу. Вы заложили прочный фундамент, который обеспечит стабильное развитие бизнеса, как движущей силы экономики государства. Бизнес-сообщество страны в полной мере осознает свою социальную ответственность и заверяет вас, что будет оказывать максимальную поддержку в достижении поставленных вами стратегических целей.